Вообще можно подумать и описать шкалу эффективности тех или иных средств и метод здоровья. Подведем небольшой итог. Это Эдуард пишет. Первое. На первое место ставлю деготь. Смазывание им в чистом виде стоп. После горячих солевых ванночек с марганцем. Действует сразу, без раскачки. За одну ночь снимает отечность, рассасывает плотные волдыри, мертвая кожа отлетает, гибкость в суставчиках пальцев стоп вырастает в разы. Также за одну ночь. Великолепно, чудо. Второе. Керосин чистый и с присадками трав. Эфирных масел после ванночек, втирания в стопы действует отлично. Но уступает дегтю в скорости достижения лечебного эффекта в 2-3 раза. Значит, керосин уступает дегтю 2-3 раза. Третье. Микроклизмы с корицей, гвоздикой, полынью великолепно отдирают укрепившуюся патологию вместе с кровью. Отлично. Даже думаю, они с керосином делят второе место рейтинга. Противопаразитарка. Четвертое. Керосин внутрь с добавлением эфирных масел прочищает кишечник великолепно. Магния сульфат полпакетика 2 раза в день тоже хорошо, но случаются неконтролируемые выбросы. Несколько неудобно. Пятое. Ингаляция с эфирными маслами, травами очень хорошо.